15 секунд для Марии рекорд. Собирать и разбирать автомат научилась на занятиях в юнармии. Кстати, это один из нормативов по огневой подготовке. Строевая подготовка, отрабатываем одевание ОЗК, это химзащита. Просто полоса препятствий, физическую подготовку подтягиваем. В целом все. Звание хорошо, в общем. Сегодня у нас проходит зорница для учащихся горской школы. У нас сегодня здесь 6 этапов. Каждый ребенок попробует себя в любом прикладном деле. Все навыки, которые ребята отрабатывали на занятиях в юнармии, пригодились и на спортивной игре. 17 школьных команд посоревновались в стрельбе, отжимании и подтягивании. Самое сложное – полоса препятствий. Ученики проходят не только физическую военную подготовку, но и учатся оказывать первую медицинскую помощь. А свои навыки демонстрируют уже и за пределами школы. Мы ездим на соревнования, ездим по всей области. Последние соревнования были в Воскресенске. Там очень интересная полоса препятствий, трехкилометровая. Меня дети очень ее любят. Как у меня все дети говорят, юнармейц не тот, то солнышко, но и в дождичек. Потому что там мы приезжаем оттуда очень грязные, но счастливые. Я в юнармии уже лет 5. Мне нравится в целом процесс. Не то чтобы весело, просто я люблю родину, я патриот. 150 человек приняли участие в зорнице. Общие результаты подсчитали. У команд заслуженные награды и, конечно же, мотивация совершенствоваться дальше. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».